Егорские школьники сдают госэкзамены. Сегодня по всей стране стартует первый этап ОГЭ для девятиклассников. Марафон начался с экзамена по иностранному языку. 21 мая школьники выполнят письменную часть двухсоставного задания. На следующий день ученики приступят к аудированию. Как сообщили в Департаменте образования и науки Югры, ОГЭ и ЕГЭ в этом году сдадут больше 30 тысяч школьников из 22 муниципалитетов региона. Для проведения мониторинга класса уже оборудовали камерами наблюдения. По словам специалистов компании Ростелеком, устройствами оборудовали более 3000 аудиторий по всему округу. С этого года к контролю за проведением аттестации подключат нейросети. Благодаря встроенным алгоритмам умные камеры будут моментально фиксировать нарушения. Отмечу, за действиями выпускников на экзаменах следят более 6000 цифровых камер. Она подаст на проверку информацию с нужной минуты наблюдателю, а далее уже модератору на утверждение. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей, ну а также обеспечить максимальную прозрачность в ходе проведения экзаменов.